Здравствуйте, меня зовут Цуканова Ольга, я основатель магазина париков и главный консультант магазина Парик.ру. Хочу вам рассказать про наш шедевр. Это парик из 100% натуральных волос, произведен в Китае под нашим брендом Парик.ру. Производится только для нас в России, такого парика вы нигде больше не найдете. Он маловолосный, полностью принимает форму вашей головы. На макушке есть имитация кожи головы, роста волос по всему верху. Можете перекладывать пробор на любую привычную сторону. Также на лобовой части есть невидимая линия роста волос, то есть максимально имитирует, как ваши волосы. Вот. Паричок сделан из облегченной сеточки, которая тянется как капроновые чулки. Видите, она очень-очень легкая. И в этом паричке будет комфортно находиться и в помещении, и на улице. Он полностью будет принимать форму вашей головы. Вот. Эти парики сделаны вручную. Каждый пучочек волос здесь пришивается человеком вручную. Вот. Также регулируется парик по окружности головы крючками и петлями. Вот, сейчас посмотрим, как он будет на мне смотреться. Одеваем сеточку хлопковую, собираем все волосы. У кого есть волосы, она придерживает эта сетка волосы, чтобы не выскальзывали из парика. У кого нет волос, эта сетка дает шероховатую поверхность и впитывается в нее пот, чтобы удобно было носить парик. Вот эту сеточку, которая у нас имитирует рост волос, прикладываем на середину лба, упираемся и хорошенько натягиваем парик на голову. Так как у меня есть свои волосы, они достаточно объемные, вот, паричок на мне сидит немного как бы неправильно, чуть-чуть такой вот объемный, и немножко в мои выглядывают волосы. У кого нет своих волос, по медицинским показаниям или по другим причинам, паричок будет полностью по голове и менее объемным будет смотреться. Сейчас, вот на данный момент, посмотрим, парик как смотрится, лоб смотрится. Вот именно так. То есть тут немножко замазать можно тональничком, да, и вообще у нас некоторые клиенты подмазывают вот эту сеточку тональным кремом, выпускают чуть-чуть какие-то волоски, небольшое количество, чтобы имитировало максимально свои волосы, чтобы не выдавало, что это парик. Также можно подстричь челочку, если хотите, она будет небольшая, реденькая. Вот такая вот. Перекладывайте пробор. Можно и на бок постричь, асимметричную челку, и прямую, как вам будет угодно. Заходите к нам на сайт и выбирайте парички. Да, они в разных цветах. Да, они бывают в разных цветах.